Сыр можно обнаружить легко, то зло можно обнаружить легко, но если вы можете объяснить, что имеют в виду каббалисты, что мы относимся к добру, чтобы мы могли подняться над этим. Противоположность зло — это добро. Добро — это то, что мы строим между нами такие отношения, как нам кажется, что есть отношения Творца к нам, и должны быть отношения между нами и Творцом. Это называется от любви к творениям к любви к Творцу. И к любви к Творцу. К любви к ближнему, к любви к Творцу. От любви к творениям, к любви к Творцу. Это практическая работа, которую мы должны делать. Не убегать в различные направления, а наоборот. Каждый должен показывать пример, ясный, точный, другим в течение всех дневных часов, насколько возможно, пользуясь всеми возможностями, пробуждать каждого товарища из всего нашего мирового кли, чтобы он знал, что мы занимаемся объединением между нами вплоть до ступеней любви. И мы ждем, что там раскроется Творец. Ждем. Мы, это наверняка произойдет. Мы должны прийти к кли, в котором раскроется Творец.